Другим темам дня. Члены правления Вятской торгово-промышленной палаты встретились, чтобы обсудить ряд вопросов, касающихся жизни города и общества. В заседании также принял участие заместитель председателя Кировской городской думы Валерий Владыкин. Первыми на повестке дня стояли традиционные вопросы о внутренней работе правления, приеме новых членов ВТПП и старшем вице-президенте. Затем Николай Липатников поделился информацией об участии в работе съезда Общественного народного фронта и Совета руководителей торгово-промышленных палат. Вятская торгово-промышленная палата – это у нас одно из ведущих общественных объединений, которые предприниматели объединяют. Естественно, в жизни города принимают самое активное участие. Поэтому, естественно, как представители органов местного самоуправления, мы принимаем самое непосредственное участие в обсуждении вопросов, особенно касающихся, конечно, жизни города. Говорили о создании комитета по внутреннему туризму, о стимулировании развития инноваций, а также о резонансном вопросе строительства центра делового сотрудничества на углу улиц Карла Маркса и Профсоюзной. То, что сейчас у нас заключены договора, то, что сейчас это идет живое обсуждение, я думаю, что, естественно, мы должны поступать в соответствии со строгим законодательством. То есть, как положено, так и будет все это производиться. Естественно, мнение жителей для нас очень важно, естественно, мы будем его всегда слушать, тем более сегодня приглашены и представители Общественной палаты Кировской области, которые тему обсуждали. Также речь шла о планировании всероссийской акции национального партнерства участников микрофинансового рынка «День финансовой грамотности в учебных заведениях». Анастасия Войнолович, Денис Тружков, «Вести», Кировская область.